Два года занимаюсь, увидел видео нескольких ребят, Андрея Кобелева, Славы Крепака. Если будут смотреть мое интервью, большой привет вам, ребята. Спасибо, что меня этому научили. Самое главное, стремитесь к своей мечте, поставьте цель и вера в себя. Тогда все придет. Ну и не забывайте, естественно, тренироваться. Каждый день нужно работать. Для меня это значит то, что надо двигаться дальше, и предела тоже нет. Я желаю, чтобы вы шли только вперед, никогда не расстраивались, даже если ничего не получается, все равно главное идти вперед.